Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей. А темой данного обзора будет люстра из коллекции Glaze от производителя NB-Light. Покажу я подвесную модель этой довольно большой коллекции. Они есть на три плафона вот такого исполнения, а еще с круглым основанием. И предлагаются модели с одним и двумя плафонами. Размер плафона у всех моделей коллекции, именно подвесных, он будет одинаковый, высотой 30 сантиметров, диаметром 5,5. Все это полностью металл, черный матовый цвет. Патроны ЖУ-10 из термостойкой пластмассы, максимально допустимая мощность потребления лампы 35 Вт. Лампочки приобретаются отдельно, я использовал LED-лампы потреблением 6 Вт, а выдает каждая такая около 50. Включенная выглядит она вот так. Ну, здесь весь поток света, конечно же, падает именно вниз. А какой там будет уже угол рассеивания, говорить не приходится, так как люстра в любом случае будет освещать именно поверхность под собой. Поэтому для освещения всей комнаты я бы такую модель все же не рассматривал. Лучше тогда уже рассмотреть модель в этой же коллекции с поворотными плафонами, она подойдет больше. А это все же такой локальный свет, то есть можно установить ее над столом, над барной стойкой и так далее. Высота ее максимальная 1,20 м, минимальная она может быть 30 сантиметров. Высота каждого плафона регулируется в отдельности. Крепится она с помощью монтажной планки. Размер основания 52 сантиметра на 4, а сама планка 16,5 сантиметров на 2. А на этом у меня все. Кому понравилась данная коллекция, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока!